100% компенсация. Сенатор от Ненецкого округа Вадим Тюльпанов предложил пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов. Безопасное проживание. Депутаты Госдумы предлагают ужесточить требования по эксплуатации лифтов. Метель всему виной. На зимней автодороге Нарьян-Марусинск введены ограничения для движения. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею выдавать права и паспорта через многофункциональные центры. Положительное решение было принято после подведения итогов пилотного проекта в ряде регионов. С точки зрения главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, подобную практику необходимо распространить на всю страну. С таким предложением согласны и в Ненецком округе. Для региона с большим количеством труднодоступных населенных пунктов замена документов – одна из насущных проблем. Чтобы получить паспорт, необходимо приехать в Нарьян-Мар и потратить десятки тысяч рублей. Решить проблему получения документов в труднодоступных населенных пунктах округа власти региона пытаются уже давно и на уровне собрания депутатов, и на уровне Заполярного района. По словам законодателя Виктора Кметя, ни одного законного способа так и не было найдено. Если раньше ФМС шла навстречу где-то главам поселений, ну, выдавала эти паспорта тем или иным образом через глав, там получали соответствующие подписи, и как-то могли такие варианты какие-то не совсем правильные с точки зрения закона осуществлять, то, как нам доложили руководители отдела Федеральной миграционной службы, у них внутренними документами строго-настрого пресекается любое нарушение установленного порядка выдачи паспорта. Выход из ситуации нашли на федеральном уровне. Правительство одобрило идею выдачи заграничных и общегражданских паспортов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Выступая с докладом о развитии сети МФЦ, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал об успешном проведении пилотного проекта в ряде регионов страны. Такую возможность хотят получить и в нашем регионе. Группой депутатов уже подготовлено соответствующее обращение. Определенные решения правительства приняты. Если мы сейчас будем ставить вопрос как бы вновь, это не совсем правильно. Мы его отредактируем и, может быть, попросим, чтобы число субъектов, которые в первую очередь будут рассматриваться, предоставляться такая возможность, вошел и Ненецкий автономный округ. Сенатор от Ненецкого округа Вадим Тюльпанов обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов, если человек заболел гриппом или другим опасным инфекционным заболеванием. 100% компенсация даст возможность гражданам полноценно пройти лечение и не разносить инфекцию, перенося болезнь на ногах. В обращении к вице-премьеру Вадим Тюльпанов отмечает, что действующее в стране законодательство ограничивает выплаты в случае временной нетрудоспособности. Выход на больничный снижает доходы работника как минимум на треть. Однако острая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся сегодня во многих регионах России и имеющая тенденцию к ежегодному повторению, диктует изменения в сформировавшуюся правовую схему и страховую практику, отметил Вадим Тюльпанов. Необходимо увеличить сумму выплат за больничные дни, что станет стимулом для заразившихся граждан соблюдать правила карантина и не переносить болезнь в офис, транспорт, общественные места, а принимать лечение на дому или в стационаре. Это положительно скажется и на непосредственно их здоровье, и на здоровье окружающих. Особый порядок оплаты 100% больничного листа сенатор предлагает распространить на людей с заразившимися инфекционными заболеваниями при сроке больничного до 10 дней в год, вне зависимости от трудового стажа. Данную инициативу уже поддержали окружные депутаты. Этот вопрос был предложен департаменту. Департамент отнесся с пониманием, и они будут над этой темой работать. И вполне возможно, что мы все-таки пойдем в ногу с мнением нашего сенатора. Потому что на сегодняшний день вот та сумма, которая оплачивается, конечно, она за счет АФОМСа недостаточная. Конечно. Ну, люди теряют заработки, не желая заболеть и не заболели, люди серьезно теряют заработки. И на сегодняшний день ведь в каждой семье этот вопрос решается по-разному. Если есть вот как раз ситуация, когда надо жил из себя тянуть, чтобы детям помогать, люди идут на работу. Конечно, люди идут на работу. А если один родитель, это вообще ситуация получается безвыходная. По словам Татьяны Бадьян, такие выплаты по больничным листам необходимо ввести в экстренных ситуациях, когда речь идет об эпидемии гриппа, ОРВИ и другими опасными инфекционными заболеваниями. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».
Депутаты Госдумы предлагают ужесточить требования по эксплуатации лифтов. Ежегодно неисправные и изношенные подъемники становятся причиной смерти порядка 10 россиян. Трагедия в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на западе Москвы стала толчком к масштабной проверке управляющих организаций. Именно они сегодня отвечают за эксплуатацию и обслуживание лифтов. В рейд с проверяющими по домам Нарьян-Мар отправилась и наша съемочная группа. Говорите, на кнопку нажимайте, говорите. Руководитель управляющей компании Коми-сервис проверяет связь с диспетчером аварийной службы. Если человек застревает в лифте, он связывается с ним через аварийную кнопку. В доме номер 35Б по улице Ленина кнопки всех лифтов исправны, а значит, житель любого подъезда не останется без помощи. Поломки бывают, у нас круглосуточный диспетчер сидит тут, оператор вот, принимает и передает непосредственно вот, электромеханик и идет в течение 30 минут вот, устраняет поломку. Но у нас не было, чтобы там вот, сутками, чтобы лифты стояли. Вот. Управляющая компания Коми-сервис обслуживает 13 многоквартирных домов. В 5 из них есть лифты. 26 подъемников российского производства и относительно новые были установлены в 2005-2009 годах. Срок эксплуатации каждого 25 лет, и потому поломки случаются нечасто – 2-3 ремонта в месяц. Если сломались, то они, в момент звонишь, они сразу там что-то делают. Угу. Было такое, что не ломался он, а… Блин, что же было? А, двери туго открывались, вот. Мы позвонили, все моментально сделали, проблем никаких с лифтом нет. Тем не менее, проверке, инициированной Минстроем, подверглись все подъемники в городе. Специалисты Госстройжилнадзора, прокуратуры, профильного департамента, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверили исправность и общее состояние лифтов, а также наличие лестницы на чердак. Планируется проверить 25 многоквартирных жилых домов, оборудованных лифтом. Сегодня проведена проверка в 5 жилых домах, управляющей организацией для которых является общество с ограниченной ответственностью Коми-сервис. Итоги проверки анализируются. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Подобные проверки внутридомовых лифтов и газового оборудования проходят сегодня во всех регионах. Их главная цель – предотвратить трагедии, которые уносят жизни людей. По данным депутатов Госдумы, более 28% лифтов в России отработали нормативный срок службы. Жители 22 регионов пользуются подъемниками с износом свыше 50%. В связи с этим законодатели предложили установить персональную ответственность высших должностных лиц регионов за несоблюдение требований при формировании региональных программ капремонта многоквартирных домов. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, телеканал «Север». Зимняя автодорога Нарьян-Мар-Усинск закрыта для всех видов транспорта, сообщает Главное управление МЧС по Ненецкому округу. Ограничения введены в связи с ухудшающимися погодными условиями и метелью, которая, по прогнозу синоптиков, может продолжиться и завтра. Автовладельцам перед выездом на зимник рекомендуется узнать о состоянии трассы. Информационное табло установлено в районе микрорайона «Факел». Также оперативную информацию можно узнать по номерам телефонов 112 или 8-911-650-40-40. На сегодняшний день в целях качественного содержания зимней автодороги задействовано 17 единиц техники. На 42-м километре зимника организован дорожно-ремонтный пункт, где в постоянном режиме функционируют телефон, интернет-связь, а также столовая. Помимо участка зимней автодороги до Усинска, на территории региона функционируют два зимника – до поселков Харута и Харивер, общей протяженностью 28 и 15 километров соответственно. Их содержанием занимается «Севержилкомсервис». По информации предприятия, на данных участках задействовано 8 единиц техники. Через несколько секунд о том, где и как сегодня можно смотреть телеканал «Север» сельскому зрителю. Главам поселений предложили помочь по централизованной закупке ресиверов НТВ+. Реальная помощь. Специалисты техподдержки телеканала также могут проконсультировать по вопросам перехода на НТВ+. Представители муниципалитетов региона сегодня стали участниками селекторного совещания. По видеоконференц-связи населенные пункты получили исчерпывающую информацию о том, где смотреть телеканал «Север». Напомню, с января этого года в связи с оптимизацией бюджета главный телеканал региона ушел из пакета «Триколор», сэкономив тем самым 24 миллиона ежегодно. Альтернативой дорогостоящему «Триколору» стало менее затратное и более качественное вещание в пакете НТВ+, и вещание в интернете. Цель селекторного совещания – объяснить сельскому зрителю, где и как сегодня можно смотреть телеканал «Север».
Еще в прошлом году руководством телеканала совместно с Департаментом региональной политики были определены альтернативные триколору источники вещания. Жители населенных пунктов к нововведениям отнеслись с пониманием. К счастью, в некоторых селах есть самый современный интернет. Скорость позволяет смотреть телеканал и в онлайн на официальном сайте телеканала или через специальное интернет-приложение на платформе vintera.tv. По интернету, значит, как говорили, 500-ка тянет свободно, 200-ка даже тянет. То есть, кто подключился на эту скорость, смотреть могут. То есть, новости я сам этим пользуюсь, принципиально не покупал я этот триколор. Жители подходят, конечно, спрашивают. Мы также советуем покупать НТВ. У кого-то НТВ есть, но, как сейчас выясняется, что это старые модели, они, вероятно, не потянут. Так скажем, ажиотажа какого-то нету. Там, где возможности интернета не позволяют смотреть телеканал «Север» в онлайн, на помощь придет НТВ+. У нас, в принципе, проблем с этим нету. Специалистов хватает, те, кто установит тарелочки. Только остается закупить НТВ-плюсовские ресиверы и все. Технические специалисты телеканала «Север» поясняют, тем, у кого уже есть тарелка «Триколор», необходимо только приобрести новый ресивер НТВ+. Купить новые ресиверы предстоит и тем, у кого был старый. Только в этом случае в домах у жителей округа снова появится телеканал «Север». «Север» показывает только в формате МПЭК-4. Если старый ресивер МПЭК-2, телеканал «Север» показывает не будет, так как это устаревший формат, и в нем мы не вещаем. Поддержать сельского телезрителя готовы не только словом, но и делом. Самым отдаленным населенным пунктом округа в ходе селектора предложили помощь по централизованной закупке ресиверов НТВ+. Может быть, имеет смысл собрать списки и предоставить нашим компаниям и поставщикам и работать как раз по списку. То есть централизованно вы можете предоставить списки, которым необходимы, которые готовы оплатить это все дело. Здесь местная компания, то есть самые дешевые, там, привезут эти ресиверы и уже отправим к вам в деревню. Для этого главам муниципалитетов необходимо выявить реальную потребность населения в приемниках и предоставить списки в Департамент региональной политики. Кроме того, в ближайшее время Ненецкая телерадиокомпания запустит телефон горячей линии для жителей населенных пунктов округа. Звонок на номер с кодом 8800 будет совершенно бесплатным. Наши специалисты ответят на все возникшие технические вопросы. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Специалисты техподдержки телеканала также могут проконсультировать по вопросам перехода на НТВ+. Пакет телеканалов, среди которых есть «Север», можно заказать в интернет-магазине или на сайте НТВ+, или приобрести в Наринмаре. Если у вас остался комплект спутникового телевидения «Триколор», нет необходимости покупать новый. НТВ и «Триколор» вещают с одного спутника. Достаточно приобрести приемник или модуль. Настройки приемника выполняются в автоматическом режиме и не требуют от абонента сложных операций. Модуль же подходит для телевизоров нового поколения, в которых есть специальный разъем. Достаточно популярная услуга в больших городах, скажем так. У нас просто здесь немногие знают о том, что можно установить модуль, это намного удобнее, чем простой обычный ресивер. Один пульт от телевизора и минимум, соответственно, соединений. И соответственно, этот вариант обычно дешевле, чем приобретение отдельного ресивера. У жителей округа есть возможность смотреть сразу двух операторов телевещания. Для этого используется специальный конвертер. Это очень удобно, считают специалисты, поскольку в одном телепакете много каналов формата HD, в другом – лучше качество сигнала. Тем не менее, ресиверы НТВ+ имеют ряд преимуществ. Компания НТВ+ предоставляет своим абонентам больше выбора. Есть несколько моделей, от самых простых, в которых есть в основном только функция просмотра телепередач, до моделей с функцией записи и с возможностью воспроизведения мультимедийных файлов. То есть в данном случае к модели можно подключить, скажем, внешний жесткий диск или флеш, соответственно, память. Кроме того, на сайте НТВ+ объявлены акции для новых абонентов. Например, обмен старых ресиверов на новые. Мы позвонили в службу поддержки оператора и узнали подробности этой акции. В акции участвуют цифровые терминалы любого оператора для приема платного ТВ, кроме НТВ+. То есть я могу принести и «Триколор»? Да, совершенно верно. НТВ+ также предоставляет своим абонентам льготные условия. Если вы не успели внести ежемесячную плату, абсолютно бесплатно вы можете смотреть 10 федеральных каналов. Валентина Чибичук, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, телеканал «Север». В Наринмаре сегодня наградили лауреатов премии президента.
8 представителей молодежи стали лучшими в нескольких номинациях в рамках приоритетного национального проекта образования. На официальном портале единого государственного экзамена обновлен сервис, который позволяет пройти тренировочное тестирование устной части экзамена по иностранному языку. Интерактивное пособие максимально приближено к реальной сдаче этапа говорения и содержит подробную инструкцию по процедуре прохождения экзамена, а также полезные ссылки. Помимо этого, на портале ЕГЭ представлена видеоинструкция по сдаче иностранного языка и тренировочная станция записи устных ответов. Экзаменационные испытания по иностранному языку содержат 4 типа заданий, на которые участник ЕГЭ дает устные ответы. Ответы записываются, экзаменуемый имеет возможность прослушивать полученную аудиозапись. Как отмечают организаторы, такая форма сдачи экзамена позволяет объективно проверить навыки устной речи. Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть по английскому, испанскому, французскому или немецкому языку. Этот выбор влияет на получение общей максимальной оценки за экзамен. До 80 баллов можно максимально получить за письменную часть и еще 20 баллов за устную. Лучшие в своем деле. В Нарьян-Маре наградили лауреатов президентской премии. Представители активной молодежи округа получили памятные подарки и благодарственные письма. Среди награжденных – выпускница школы поселка Красная. Полина Литкова исследует экологически загрязненные участки региона и ищет пути их восстановления. Работа дважды оценивалась на всероссийском конкурсе научных работ школьников «Юниор» в Москве. После успешной защиты автора допустили к участию в соревнованиях молодых ученых Европейского Союза. Конкурс проходил в Милане, где Полина стала одним из 9 победителей. Сейчас Полина получает высшее образование. Для начала я закончу университет, и по специальности я буду педагогом по двум направлениям – биология и химия. Думаю, что вернусь в округ и буду учить детей. Возможно, буду взращивать своих воспитанников, последователей. Заслуженные награды получили еще 2 школьницы поселка Красное. Выпускники школы номер 5 и лесочной школы, 2 студента аграрно-экономического техникума и воспитанник лидера. Также грамотами отметили всех наставников. Лауреатов премии наградили в нескольких номинациях – научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, социально значимая и общественная деятельность, любительский спорт, художественное творчество и другие. За 10 лет лауреатами премии в округе стали 70 человек. Еще 11 человек в разные годы получили почетное звание по итогам Всероссийской олимпиады школьников и других всероссийских конкурсов. Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире.